Напиши, что синие начали трансляцию через группу. Легкая задержка в матче. Так, команда «Алмаз», в этот раз будем называть их правильно, команда «Строитель синие», они же «Алмаз», начинаю сразу с атаки. Зуев должен выйти, да, Зуев выходит, подстраховывает свою защиту. Сарваров борется. Играем с командой «Строитель». С мячом команда «Алмаз». Максимом Сарваровым на коротке. Максимов перевод на Чугунова. Команда «Строитель» сбрасывает. Маштаков прессингует. «Строитель» сильно вперед. Чугунов с Тихоновым. Тихонов на Маштакова в центр. Максимов. Пас Сарварову. Сарваров обратно на Максимова. Максимов на Чугунова. Чугунов дальше на Тихонова. Чугунов сильным ударом пытается вывести команду в нападение. Судья подсказывает, что можно играть. С мячом Максимов на Чугунова. Чугунов дальше на Тихонова. И команда «Строитель» производит. Так. Штрафной назначается в пользу команды «Строитель», так как Чугунов ударил по ногам соперника. Кто трансляцию смотрит, подскажите, как звук идет. Команда «Алмаз» выставляет стенку. Сильный удар, но мимо ворот. Зуев будет вводить мяч в игру. От ворот на Максимова. Максимов поднимает голову в продолжение сильно на Тихонова. Максимов поборолся, мяч уходит на угловой, команда «Строитель» разыгрывает. Тихонов поборолся, Сарваров отхватывает, но очень сильно. Мяч, к сожалению, покидает поле, команда «Строитель» будет разыгрывать от ворот. Сильным ударом вперед. Команда «Алмаз» будет вводить мяч от ворот. Зуев сильным ударом вперед. Команда «Строитель» перехватывает. Удар. Зуев. Зуев на месте. Есть нога Акинфеева, у нас будет нога Зуева, которая в данный момент спасает команду от гола. Опять подача. А что, команда «Алмаз» прижалась к своим воротам.
в команде «Алмаз» произошла замена. На поле вышел вместо Маштакова Тихонов. Теперь два брата Тихонова на поле. Зуев сильным ударом вперед. Но партнеры по команде не ждали такого удара. Удар. Опасно, опасно. Зуев отбивает. В команде «Строитель» замена. Вместо Максима выходит, по-моему, 22 номер. Фамилию, к сожалению, пока не вижу. Да, это прямо навал в исполнении команды «Строитель». На воротах команды «Алмаз». Обоюдная борьба идет. Команда «Алмаз» пытается. Удар. Очередной удар парирует Зуев. Тихонов Егор должен выбивать мячик. К сожалению, у него это сильно не получается. Отпишитесь, пожалуйста, звук идет вообще, нет? Опять сильный удар команды «Строитель». И очень-очень неточно. В команде «Алмаз» замена. Вместо Тихонова Егора выходит наборщиков Дмитрий. Чугунова. Чугунова сразу прессингует. Мяч уходит в аут. Наборщиков Дима будет вводить мяч из-за боковой. Перехват в исполнении команды «Строитель». Тихонов с мячом. Перевод на Наборщикова. Наборщиков убегает по бровке. Силовым приемом, так скажем. Наборщикова оттеснили. Тихонов с мячом в центре. Опасно Сарваров. Сарваров пытается сразу в центр. Команда «Строитель» вводит мяч за боковой. Тихонов прессингует. Прессинге отобрал мячик, обыгрывает, выходит практически 1-1. Нет, защитники команды «Строитель» страхуют друг друга, выбивают мяч на угловой. А Сарваров пошел подавать. Подача. Команда «Строитель» выходит из обороны в нападение. Совместными усилиями Тихонов с Сарваровым отбирают мячик. Миронов на месте, страхует. И мяч уходит в аут.
Тихонов, передача на Чугунова. Чугунов на Тихонова. И вот здесь непонимание между командами, игроками команды «Алмаз». Команде «Алмаз» замена. Вместо Тихонова Тимофея выходит Маштаков. Миронов отлично в подкате выбивает. И судья показывает, что команда «Строитель» будет пробивать угловой. Подача. Мимо ворот. Судья фиксирует аут в пользу команды «Алмаз». Чугунов будет вводить мяч за боковой на Маштакова. Маштаков принимает, пытается передать. Зуев страхует. Забирает спокойно мяч, отдает Миронову. Миронов на Маштакова. Маштаков на Тихонова. Тихонов отдает обратно Маштакову. Маштаков в касании пытается перевести на Сарварова. Миронов сильно вперед. И вот здесь должен Сарваров побороться. Да, Сарваров поборолся. И Маштаков Данил в подкате пытается замкнуть. Сарварова выходит Тихонов в команде «Алмаз», а команда «Строитель» будет подавать очередной, я уже сбился по счету, какой, угловой. В команде «Строитель» произошла замена вратаря. Нет, все, вратарь вернулся. Маштаков, Маштаков прорывается среди двух защитников. Удар, вратарь парирует. Тихонов. Удар. Опять вратарь парирует удар. Наконец-то команда «Алмаз» вышла. Команде «Строитель» не могут определиться, кто все-таки будет стоять на воротах. А в это время пока команда «Алмаз» переходит в атаку. Команда «Алмаз» будет подавать угловой. Угловой подавать пошел Тихонов. А именно Тимофей. Подача. Команда «Строитель» отбивается. Маштаков подхватывает мяч, протаскивает. Надо вставать, вставать. Судья подсказывает, что команда «Алмаз» должна сбросить Миронов. Передача на Тихонова. Тихонов в центр, не глядя. Да, очень эмоциональная скамейка у команды «Строитель». Выход 1-1. И Зуев спасает свою команду.
Мирзуев на Чугунова. А судья показывает угловой все-таки, не отворот. Рустем! Рустем! Подача. Смена! Смена! И вот здесь надо на смене попробовать команде «Алмаз» подловить команду «Строитель». Тихонов на Тихонова. Тихонов обратно переводит на брата. Тимофей обыгрывает одного. Но второй защитник страхует и выбивает мячик в аут. Сильно вперед. Миронов принимает на поле. Появился Максимов. Тихонов сильно на Маштакова. И это потеря. Отворот будет разыгрывать команда «Строитель». Далеко вперед Миронов перехватывает. Маштаков с мячом. Передача на Тихонова Тимофея. Вперед на Маштакова. Маштаков оставляет Тихонова. Тихонов наносит удар. Максимов. Удар. Максимов, передача на Тихонова. Тихонов очень сильно и не точно на Миронова. Миронов Зуеву. И Зуев ищет продолжение. Да, Зуев нашел продолжение на Тихонова Егора. И мячик уходит в аут. Видимо, меня не слышно, поэтому я даже комментировать этого дальше не буду. На поле появился наборщиков Дима.
Первый тайм закончен.